Добрый день, ребята! Совсем немного времени осталось до волшебного зимнего и любимого всеми праздника Нового года. Многие из вас уже готовят подарки своим близким. До появления компьютеров в России была традиция писать своим близким людям открытки новогодние. Открытка может быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Сегодня можно купить в магазинах много красивых открыток, но открытка, сделанная своими руками, будет, конечно же, приятным подарком для любимых людей. И сегодня я предлагаю сделать с вами новогоднюю открытку с елочкой и Дедом Морозом. Вот такую открыточку. Для этого нам понадобится бумага для скраббукинга или цветной картон двусторонний. Ножницы, карандаш, циркуль, линейка, клей, стразики, глазки. Если у кого-то есть глазки, можно нарисовать. Итак, приступим. Фломастеры также нам еще могут понадобиться. Берем лист А4. У меня бумага для скраббукинга. Вот такая. Вы можете взять красную бумагу, например, или другого цвета. Ищем серединку на листе А4 и складываем с двух сторон к середине вот такие полоски. И получается у нас вот так. Открытка будет открываться посередине. Затем мы вырезаем детали. Детали нам понадобятся красного цвета 2, 14 окружных сантиметров и 8 сантиметров красные. Белый у нас нужна окружность бумаги 12 сантиметров и 10 сантиметров. Вот такие. И 5 сантиметров розовой бумаги. И вырезаем еще вот такой кружочек для носа Деда Мороза. И приступаем к складыванию и склеиванию нашего Деда Мороза. Сначала мы будем склеивать и наклеивать красный круг большой, который у нас 14 сантиметров. Приклеиваем его вот к середине открыточки. Вот так. Не весь круг. Оставляем вот здесь. Потом мы будем отрезать вот здесь. Так, приклеили. Затем мы берем еще один красный круг и приклеиваем его уже вверху. Будет у нас шапочка Деда Мороза. Вот так. Берем круг белый 8 сантиметров и сверху также приклеиваем на красный кружок. Получаем вот так. Следующий круг будет у нас уже 12 сантиметров. Мы его приклеиваем еще вокруг. Вот так. Получается у нас вот такие детали склеены. Затем берем розовый. Сначала можно сделать на белой бумаге трафаретик вот такой, да? Круг розовый у нас 5 сантиметров. Складываем его и вот здесь вырезаем вот так вот сердечко, полусердечко. И затем мы откладываем и вырежем по шаблончику. Вот так.
И будет у нас вот такая деталь. Склеиваем эту детальку также. Вот здесь. Вот так. Можно даже так. Приклеиваем носик красный Деду Морозу. Сюда. Затем мы приклеиваем глазки. Так, и второй глаз. Рисуем ему фломастером рот. Так, можно красным. У нас получился вот такой Дед Мороз. Смотрите. Вот так, да? Отрезаем внизу вот эту часть по открыточке. Получаем Деда Мороза вот такого. Затем, ну, нам нужно сделать елочку. Я уже сделала половину елочки, а сейчас вам покажу, как это делается. Нам понадобится зеленая бумага или зеленый картон. Вырезаем квадратики 4 на 4, 5 на 5 квадратик, вот такие, 6 на 6 и 7 на 7. Вот нам нужно 4 квадратика. Складываем все квадратики по диагонали и приклеиваем их вот к краю открыточки. Смотрите. Так, чтобы было ровненько у нас, приклеиваем вот так. Значит, идет у нас 4 на 4 еще квадратик. Мы его также вот так приклеиваем. Складываем 5 на 5 квадратик. Приклеиваем ровненько. Так, и 6 на 6 и 7 на 7. Получается. У нас получается такая елочка. Так. Вот такая елочка у нас получается. Сейчас мы ее украсим, елочку. Сюда мы приклеиваем вот такую детальку. Это будет как ножка елочки, основание. И украшаем елочку. У меня есть вот такие помпончики. Вы можете украсить так, как вам нравится. Они хорошо садятся на клей. Можно их вот так, смотрите, приклеить. Возьмем красный. Приклеиваем еще стразики, и наша елочка будет готова.
Так, вот такая раскрыточка у нас получается. Сейчас мы еще приклеим ленточку с Новым годом. Звездочку можно приклеить, разрезать, вырезать звездочку из красной бумаги, разрезать пополам. Так. И приклеить на верхушку. Такая открыточка у нас получается. Ее можно украсить по вашему усмотрению. Спасибо за участие. Открытка наша готова.